Браво! Браво! Большего позора я еще не слышал. Что это было сейчас? Да они вам Они аплодировали вам только из жалости. Потому что таких убогих, как вы, еще не было. Вы все забыли, чему я вас учил. А ты? Это называется солистка? Что это были за завывания? Да у меня больная собака, когда дохла, в ноты и то чаще попадала. Гораздо чаще, чем ты. Ну, и что ты нюни распустила? Илья Иванович все по делу сказал. Он профессионал, просто так ругать не будет. Мам! Ань, все, успокойся. Так ты в жизни ничего не добьешься. Илья Иванович, вы тут? Извините, я без стука. Илья Иванович, нас пригласили на конкурс хоров в Брюссель. Я уже начала составлять списки, но... Впервые в нашем городе такое. Случаются, конечно, убийства по пьяни, но чтоб так. Уважаемый человек, представитель культуры. Такое ощущение, что место преступления тщательно вымыли. Вопрос, зачем? Прошу прощения, пробки. Так, что имеем? Мирошниченко Илья Иванович, 40 лет. Руководитель детского хора. Был найден задушенным в своем музыкальном зале. Здравствуйте. Галина Симонова, представитель мэрии, руководитель департамента культуры. Капитан Чебаров, САУ, очень приятно. Мэр в отъезде, он велел мне всячески вам содействовать. Спасибо большое. Ты все смотрел? Посмотри еще раз. Леш, скажи, как ты это делаешь? Всего минуту ты здесь, а уже весь город на ушах. Ничего страшного. Это зал с максимальной степенью звукоизоляции, чтобы никому не мешать в ДК. Я тогда кабинет осмотрю. Давай. Я, кажется, нашла следы крови. Их немного, но они тщательно затерты. Я тут тоже кое-что нашел. Деньги. Труп обнаружила я. До сих пор не могу в это поверить. Да вы успокойтесь, мой муж.
Я так смотрю, в основном хор приносил вам грамоты, благодарственные письма. А, да. Мы недавно выиграли областной конкурс. Вот нас в Европу пригласили, а тут такое. Илья Иванович был гений. Нам завидовали все хоры области. Вот. И поездка в Европу – это такой шанс. А как к убитым относились в городе? Может быть, у него были враги? Вы знаете, город у нас маленький, все друг друга знают. Мирошниченко после того, как выиграл конкурс и стал звездой, его все любили, хотели детей к нему в хор пристроить. Правда, вот отбор у нас был очень такой строгий. А ключи от классов у кого были? У меня. Они всегда под замком. Возьмите, я все равно все время на рабочем месте. А запасные у завхоза, но он сейчас в отпуске. Если хотите, вы можете расположиться в любой аудитории ДК. Сейчас занятий не будет. Скорее бы это все закончилось. Извините. Беспокойный какой-то телефончик. По Зуевой Вере Константиновне. Оказывается, директор ДК может себе позволить тачку бизнес-класса. Очень интересно. И на какие шиши она ее купила? Эта тачка стоит, как весь ее ДК вместе взятый. Вот-вот. Кстати, о деньгах. На пакете, найденном в кабинете Мирошниченко, есть отпечатки Мирошниченко непосредственно, женские отпечатки и отпечатки Сангиева. Кого? Сангиев – это директор местного вещевого рынка. Он раньше неоднократно задерживался при облавах на московские рынки. Так, теперь же, пожалуйста, мне скажи, как вообще директор рынка и руководитель хора связан? Вот я... Так, Крис, вот пусть Зуева это объяснит. Она сейчас, судя по биллингу, как раз на этом самом вещевом рынке. Поезжайте и спросите. Все, отбой. Такой серьезный. Вы же обещали оставаться в ДК. Или это еще один из ваших кружков? Кройки шитья? Капитан Чубаров, САУ. Господин Сангиев, вы должны проехать с нами. Почему? Пройдемте. Незаконно, я буду жаловаться. Вера Константиновна, вы знаете, мы у Мирошниченко нашли пакет с огромной суммой денег. Очень красивая сумочка. Вы разрешите, я посмотрю? Аккуратнее, пожалуйста. Опа. Вера Константиновна. Ну, как-то нечестно получается. Вы обещали нам дать ключи от всех помещений, а выясняется, что про один-то забыли. Запамятовали? Но это ничего страшного, мы же все-таки вовремя нашли. До истины. Боже, так сердце не удержит. Ну, что у тебя? Вся комната завалена вещами. Там пол рынка, наверное. Ну что, сдавали в аренду Сангиеву помещение под склад. Мирошниченко наверняка об этом узнал. Выделили с ним деньгами от аренды. Потом решили Мирошниченко завалить, правильно? Я его не убивала.
все расскажу. Илья Иванович, что-то случилось? Я сейчас убегаю. Хочу кое-что вам показать. Может быть, потом? Да это много времени не займет. Я вчера задержался после занятий и увидел кое-что интересное. Интересный фоторепортаж, да? Да как вы... Смею, смею. Получается, вы сдаете директору рынка, площади Дворца культуры, под склад для его шмоток. Да вас за это уволить могут, а это как минимум. Я оптимизирую доверенные мне помещения. Деньги идут в бюджет Дома культуры. Да. То есть ваш новый автомобиль числится на балансе ДК. Дадите покататься, может? А свой автомобиль я купила на кровно заработанные деньги. Я так и подумал. А еще я знаете, о чем подумал? А может быть, там не только шмотки? Я в новостях как-то слышал, иногда через рынки толкают нелегальный товар. А то и вообще ужас. Наркотики. В чем вы меня обвиняете? Я там один интересный мешочек увидел. С виду гербарий какой-то. Ну, я листик взял. Хочу ради интереса знакомому ботанику показать. Или, может, сразу в наркоконтроль отнести? Ну, все, хватит. Хорошо. Что вы хотите за молчание? Деньги. И класс с повышенной звукоизоляцией. Все только для хора. Все только для хора. То, что Мирошниченко говорил о нелегальном товаре и наркотиках, правда? Конечно, нет. Хотя, я не знаю, но я правда думала, что там какое-то барахло хранится. Что со мной теперь будет? Ну, вами уже займутся соответствующие органы. И директором рынка тоже. Понятно. Чаепитие означает, что вскрытие закончено. Смерть в результате асфиксии. Вероятнее всего, был задушен струной от виолончели. А почему ты думаешь, что это была именно виолончельная струна? Это подтверждает размер стронгуляционной борозды на шее погибшего. Диаметр следа совпадает с диаметром струны от виолончели. Струна вошла достаточно глубоко, повреждены ткани и кожа. Время смерти между 22 и 23 часами. Ясно. Это не самое интересное. Гематома в затылочной области. Вероятнее всего, его сначала оглушили, а потом уже задушили, продолжая избивать. Причем многие раны нанесены уже после смерти погибшего. То есть Мирошниченко избивали мертвым. Кто-то его сильно ненавидел. А что? Люди вообще очень жестокие существа. Что ты говоришь? Ну, да. Причем самое интересное. Такое ощущение, что правая и левая рука убийцы затягивали струну в разных направлениях. Докладывайте. Я выяснил, что Мирошниченко за последние 10 лет сменил 6 мест работ в 6 разных городах. И везде руководителем хора? Да, везде завоевывал награды, увольнялся и переезжал в другой город. Просто какой-то рекордсмен по наградам. Значит, семьи у него не было, раз так легко менял города? Не было, как и других личных связей. Как будто была только работа, а каждый из работодателей дает ему только очень положительную характеристику. Что же заставляло его постоянно перемещаться? Может быть, конфликты на работе? Я связалась с его бывшим работодателем. Он сказал, что Мирошниченко отовсюду увольнялся сам и без объяснения причин. Поговаривают, что его конкуренты переманивали, но я сравнила его зарплаты, они везде примерно одинаковые. Хоть его коллеги и называют его продажным, прямых доказательств этому нет. Нельзя сбрасывать со счетов профессиональную зависть. Нужно посмотреть видеозапись последнего конкурса. Может быть, там что-нибудь найдем. А мы нашли несколько видео из интернета, которые зрители снимали с разных ракурсов. Да? Здрасте. Здравствуйте. Вы хотели меня видеть? Угу. Здравствуйте. Ну,
Как обстоит дело? Убийцу нашли? Слушайте, мы хотели бы поговорить с вами о концерте, после которого произошло убийство. А что случилось? Да мы вот на записи случайно обнаружили такую странность. То есть, несмотря на то, что Мирошниченко с хором принес кубок городу, вы на нее так странно смотрите. Как? А вот так. Скажите, а чем вызвана такая ваша реакция на Мирошниченко? А все очень просто. Я считаю, что он лживый и лицемерный человек. О, как? А почему так считаете? Моя дочь Даша выступает в этом хоре. А почему нам сразу об этом не сказали? А что, это так важно? Ну, у вас с Мирошниченко получился конфликт из-за дочери? Моя дочь – самая талантливая девочка в этом хоре. Я возил ее к одному профессору в Гнесинку, и он сказал, что у нее диапазон 3 октавы. Она будущая звезда. А Мирошниченко звезду не увидел? Ну, почему не увидел? Увидел. Он даже хотел поставить ее солисткой. Ну, правда, потом передумал. Подождите. Так вы что, думаете, что это я его убила? Пока мы ничего не думаем. Между прочим, в тот день после концерта я сразу ушла на работу. Это любой может подтвердить. А вы-то сами как думаете? Почему он вашу дочь не поставил в солистки? Я думаю, он обиделся. Я не выписала ему грант от мэрии. Утром деньги, вечером стулья. То есть так у вас, да? Да, так. Я арестована? Подождите, а как другие родители относились к Мирошниченко? Ну, а как они могли к нему относиться? Если он нахваливал родителям их детей. Говорил, что они гениальные, говорил, что они талантливые. Обещал из каждого ребенка сделать звезду. Мне кажется, что они платили ему за это деньги. Ну, правда, со мной у него это не получилось, он испугался. Ну, ничего, моя Даша будет звездой и без него. Здравствуйте. Моя дочь Екатерина очень талантливая девочка. Я бы даже сказала, гениальная. Вы слышали, как она поет? Мы вкладываем в нее не только душу, но и средства. Илья Иванович очень хороший учитель. Он ее сразу заметил. Сказал нам, что нас ждет безупречное будущее. Да все остальные дети бездари по сравнению с ней. Вот моя девочка, это да. Знаете, мой ребенок только гениальный, талантливый. Спасибо вам большое. Слушай, это адский ад. Здравствуйте. Вызвали? А, да-да. Да представляйтесь, давайте. Аня Ильина. Аня. Моя Аня? Ильина. Да-да-да-да-да. Как ваша Аня Ильина стала солисткой хора? Моя девочка – будущая звезда. Кристина, продолжи, пожалуйста, у меня глаз дергается. А мы слышали, что солисткой должна была стать Даша Симонова. Ой, уж это Симонова, ее мамашка. Но девочка-то еще ничего, а вот мама ее по головам пойдет ради своей цели. Еще ходит и козыряет везде, что она в мэрии работает, типа ей все должны. Скажите, а у Мирошниченко, может быть, были какие-то конфликты в городе? Да нет. Илью Ивановичу мы все любили. Понятно. Хотя, вы знаете, был один случай где-то примерно полгода назад с завхозом. Ой, сволочь! Вот тебе еще что не забывал! А что случилось? А, да, ничего страшного. Не обращайте внимания. Тамара, а очень хорошо, что вы зашли. Вы знаете, ваша Анечка просто ангел, а голос... Завхоз Раевский Александр Алексеевич, 60 лет, последние 30 лет работает в этом Доме культуры.
Так, а Мирошниченко приехал в город 7 месяцев назад. Да, но никаких пересечений интересов найти пока не удалось. Все-таки нужно искать причину конфликта Хоровика и завхоза. Да, и было бы неплохо опросить детей. Угу. Ты давно поешь в хоре? 3 года. 6 лет? 3 года. Как бы ты охарактеризовал Илью Ивановича? Требовательный. Он строгий, но справедливый. Мы с ним сразу побеждать стали. Строгий. Ведь иначе нельзя. Благодаря ему мы 3 конкурса выиграли. Тамара, обождите. Вопрос был задан не вам. Скажи, что вчера было после конкурса? Мы праздновали, потом был обычный разбор полетов. Илья Иванович постоянно их устраивал, чтобы мы знали свои ошибки. Он нас, конечно, не хвалил, хотя мы и выиграли, а указал на ошибки. Но мы привыкли уже. Понятно. А что было дальше? Мы с девочками пошли домой, с Аней и Катей. Мы обычно вместе ходим. Дорога идет через парк, а там темно и страшно. Просто живем рядом, и нам по пути. Да что же это такое? Дом культуры называется. Варьё! Как и везде. Чего вы там кричите? Украли ведро и тряпку. Кому могло понадобиться мое ведро? Слушай, ну вы не нервничайте так, найдем мы ваше ведро, а? А вы ведь полиция. Вот и займитесь. Вот прямо сейчас займемся этой кражей. Займитесь, займитесь. Но ведь место преступления было вымыто. Крис, мы уже все осмотрели. Если в комнате совхоза тряпки нет, то это вообще тупая идея искать ее здесь. Слушай, Люш, давай проверим. Ну, давай, давай. Я же тебе говорила. Итак, что мы имеем? У нас есть завхоз, у которого был конфликт с убитым, и тряпка со следами крови в его подсобке. Отправляй на экспертизу. Просмотрел переписку Раевского с сыном. Да ладно. Это, наверное, было так сложно, Глебка. Я вообще-то не об этом. Он в день убийства с утра взял отгул и типа поехал к сыну в Москву. Да, он в Москве, я проверяла. То есть, вот это ты видела? Ну, он вернулся, и что? Именно. А время ты заметила? Это ровно за 1 час до убийства, он ушел с вокзала. Надо сообщить Леше с Кристиной. Чубаров и капитан Гордеева. Мы из ЦАО. Пройдемте с нами. А что происходит? Позавчера в Доме культуры был убит человек. Кто? Руководитель хора Мирошниченко. Знаете такого? Этот. Понятно, жаль. А я тут при чем? Я позавчера, вы говорите? Я как раз к сыну уехал в Москву. Насколько нам известно, уехали-то вы не сразу. В смысле? Вы возвращались. Скажите, а почему вы купили билет на электричку, прошли турникет и затем вернулись? Ну да, конечно, я действительно вернулся. Мне позвонили соседи, сказали, что я их заливаю. Поэтому я вернулся, чтобы устранить течь. А потом я уехал на последней электричке. Так, ну что, какие новости, коллеги? Проверяем алиби Раевского. Информацию о звонке соседей. Я простроил оптимальный маршрут. Даже с учетом возраста Раевского и скорости его передвижения, он вполне мог дойти до дома, зайти в ДК и убить Мирошниченко, а после этого успеть на электричку. Спешу поделиться результатами анализа крови, найденной на тряпке. И кому она принадлежит? Все банально и без сюрпризов. Это кровь убитого Мирошниченко. Что вы не поделились с Мирошниченко? Ничего.
Он мне просто не нравился. Он детей не любил. Плохо к ним относился. Он орал на них. То есть, неужели из-за того, что он орал на детей, вы его убили? Я никого не убивал. А наши эксперты рассчитали, что у вас было достаточно времени, чтобы убить Мирошниченко. Да и кровь на тряпке, которую мы нашли в каморке, принадлежит им. Скорую в Дом культуры! Срочно! Сердечный приступ! Ну все, осталось дождаться, когда он придет в себя. Можно подписывать чисто сердечное. Да, и обратно в Москву. Здравствуйте. Тут к вашему подозреваемому какие-то девчонки пришли. Только я не пустил. Какие еще девчонки? А вот эти. Спасибо. Стой! А мы и не убегали. Вы чего здесь делаете? Мама сказала, что Александр Алексеевич стало плохо. Вот мы и пришли его навестить. Но нас не пустили. Мы Александра Алексеевича знаем полжизни. Да, он нам как дедушка. И вообще, почему вы его арестовали? Он ведь не мог никого убить. Ты же Даша? Даша Галина Симонова? Даша. Вы не ответили на вопрос. Ну, во-первых, мы за входа не арестовывали. Пока что. А во-вторых, его алиби очень шаткое. Точнее, его даже нет. К тому же открылись новые данные. А улики — это дело такое. Аня, постой! Вы извините Аню. Она переживает, поэтому боится. Ведь в нашем городе не часто такое бывает. До свидания. Огромное вам спасибо. Вы очень помогли следствию. Спасибо. Вот я дубина. Ну, сложно поспорить. Очень смешно. В общем, я поговорил с другими соседями Раевского. Ну, не с теми, которых он затопил. В общем, они сказали, что подвезли его до самого вокзала. То есть на обратном пути он никак не мог попасть в ДК? Ну, ничего. Главное вовремя исправлять ошибки. А я тут пообщался с родителями девочек. И что? Все хором поют дифирамбы руководителю? Не без этого. Но тут всплыла одна интересная информация, правда, на уровне слухов. В общем, вроде как завхоз проявлял нездоровый интерес к девочкам. Опа. И в чем это выражалось? Угощал конфетами, поил чаем в подсобке. Так а что, родители бучек не подняли? Нет. Кто-то запретил детям приходить в подсобку, а кто-то просто не поверил. Что там происходит? ЧП. Пропала Аня, та, что была солисткой в хоре. Как пропала? По словам матери, вышла гулять с собакой и не вернулась. Так, давайте мы поможем вам в поисках. Нам надо понять, где она могла быть и куда могла пойти. Даша, что ты тут делаешь? Сказали, что кого-то ищут, вот я и вышла помочь. Я нашла собаку Аню. Она была в кустах. Аня? Так, ну-ка пошли домой. Здесь не место для детей. Мам, я хочу помочь. Я сказала! Вера Константиновна? Что? Так, ничего не трогайте, мы выезжаем. Леша, погнали. Я делала обход, а тут... На том же месте, что Илья Иванович. Это проклятие. Все убрано точно так же, как и в прошлый раз. Никаких следов. Где моя дочь? Аня! Анечка! Анечка! Нет, пусти ты! То же самое, что с Мирошниченко. Удушение струной. Также глубоко, с нарушением целостности кожных покровов. Время смерти 22-23 часа. Время расследования таково закрыто. Значит, у убийцы были ключи. А как он туда заманил девочку? Заманил тот, кому она доверяла. Это все они. Они убили мою доченьку. Кто они? Завистники. Проклятые завистники. Как эта Симонова из мэрии.
и такие же, как она. Вы почему вы так думаете? Моя Анечка – самая талантливая девочка в хоре. И как она поет, как ангел, моя маленькая звездочка. Она как только стала солисткой, сразу начали завидовать. У нас 2 трупа за 2 дня. Следов и улик практически нет. И главное, мы не понимаем, связаны ли эти убийства. Девочку могли убрать под шумок. Да кому она вообще могла помешать? Она могла видеть, кто убил Мирошниченко, и стало опасно. Пожалуй, это самая вероятная версия. Ну что, удалось что-то найти? Да. Результаты вскрытия показали, что она в свои 13 лет не была девственницей. А застарелые гематомы говорят о том, что она подвергалась насилию. Подробный отчет я вам отправил на почту. А я находила информацию в интернете о лучшем друге Раевского. Еще времен его молодости. В связи с последней информацией это может быть интересно. Так и что, что? Там Петр Захаров был обвинен в педофилии 30 лет назад. Его арестовали, а он повесился в СИЗО. А если Раевский увлекался тем же, чем и его друг? Надо еще раз поговорить с Раевским. Надеюсь, он уже пришел в себя. Александр Алексеевич, мы бы хотели задать вам несколько вопросов касаемо Петра Захарова. Вам знакомо это имя? Да. Это мой лучший друг. Я понимаю, к чему вы клоните. Вы ведь все знаете, да? Только это все неправда. Его оговорили. Все соседи после обвинения хотели его линчевать. Вот и не выдержал. Он знал, что это просто так не закончится. И повесился в камере. Вы уверены, что он не был виновен? Уверен. Он не был таким. А этот вот Мирошниченко был. Все девочки на него жаловались, что он руки распускает. Почему вы об этом никому не сказали? После того, что случилось с Петей, я боюсь голословных обвинений. Так ведь можно человека довести, жизнь ему сломать. Поэтому у вас был конфликт с Мирошниченко? Да. Я пришел к нему разобраться. Ну, поговорить, по-мужски выяснить. А он наорал на меня, ударил и выгнул, как собаку. Ну что? Про убийство Хоровика уже пишут в интернете. Заголовки-то какие? Музыкант, душитель. Так, а об убийстве девочки? Про нее пока ничего. Кстати, к этой статье есть очень интересный комментарий. Выведи. Угу. Собаки, собачья смерть. Кто-то, видимо, неплохо знал Мирошниченко. Выясните, кто оставил комментарий. Уже. Вероника Чекалина проживает в Москве. 7 лет назад занималась в хоре под управлением Мирошниченко. Надо понять, что она имела в виду. Свяжись с ней, я хочу поговорить. А ключи? Они всегда были с вами? Естественно. Они сейчас со мной. То есть вы их даже не теряли? Конечно, нет. Хотя, подождите. Около месяца назад. Что было около месяца назад? Я был у себя. Как раз девочки пришли. После занятий мы пили чай с конфетами. Они любят шоколадные, а до занятий им шоколадные нельзя. Шоколад как-то плохо влияет на связки. Я не очень хорошо разбираюсь. Кинулся потом, а ключей нет. Спасибо девочкам. Они нашли их под столом. Хотя я тоже там вроде искал. Ребята, у меня важная информация. Я поговорил с бывшей воспитанницей Мирошниченко. Она рассказала, что тот частенько распускал руки, а некоторых девочек оставлял на дополнительные занятия. Чем он там занимался, сами понимаете. То есть педофил ДК был. И это не Раевский, а всеми любимый Мирошниченко. Да, но почему девочки ничего никому не рассказали? Они боялись. А те, кто пытался, родители называли фантазерками. Они были очарованы Мирошниченко, вы это и сами видели. Если картина с Мирошниченко как-то уже прояснилась, то есть кто-то из родителей, кто поверил своей дочери, могли его убить. Но кому помешала маленькая Аня? Что она могла знать такого, за что ее убили? А вот это и предстоит выяснить. В общем, поговорите еще раз с ее матерью.
То есть это я сама толкнула свою дочь в руки педофила? Какая же я мать после этого? Лучше бы он меня убил. Скажите, а она вам жаловалась? Теперь-то я понимаю, что да. Анечка говорила, что она не хочет ходить на эти дополнительные занятия, что ей там плохо, чтобы я забрала ее домой. А я говорила ей: нет, потерпи, еще чуть-чуть, и ты станешь звездой. Доченька моя, это я тебя убила. Ну что, ты ей веришь? Выглядит искренне. Не похоже, чтобы она вообще верила дочери. Вряд ли это она убила. Глеб, Глеб, ты куда? Андрей Владимирович, я понял, разные руки. Направление странгуляционных ворост отличается не потому, что два разных человека. Мать Даши, Галина Симонова, неделю назад принимала участие в волейбольном матче. Ну, там одна команда мэрии, дружественный матч с соседним городом. И что? Так вот, она в этом матче выбила кисть, повредила руку. Ты хочешь сказать, у нее одна рука ограничена в подвижности? Вот и объяснение разным углам приложения силы к концам струны. Молодец, Глеб. Здравствуйте, Галина Петровна. Вам чем-то помочь? Мой рабочий день сегодня закончен. Да, мы пришли к вам поговорить сегодня не как с чиновником, как с матерью. Проходите. Спасибо. О, виолончели. Я всегда хотела научиться играть, да вот все руки не доходили. Вы позволите? Нет. Это виолончель моей дочери. Да ладно, она же не узнает. А где она сейчас? Она сейчас у бабушки в деревне. Полина, я все-таки посмотрю. Мне безумно интересно. Жалко. Одной струны не хватает. Не стать мне виолончелисткой. Галина Петровна, вы позволите посмотреть содержимое сумочки? А вот и недостающий элемент. Ну что, можно и сыграть. Да, это я убила этого ублюдка Мирошниченко. Он насильник. Он это заслужил. Но зачем убили Аню? Что она так вам сделала? Или она тоже насильник? Она стала случайным свидетелем. Она была там. Она обещала молчать. Но вы ей не поверили, и тоже убили. Причем очень хладнокровно. Мирошниченко это заслужил. Так почему же вы его не привлекли? Вы, как работник мэрии, прекрасно знаете, что для этого нужно сделать. Заключение... Наша лаборатория. Мы провели анализы следов крови и потожировые. Итак, обнаружены следы крови Ани, естественно, тщательно затертые, и ваши потожировые. Ну вот, я же говорю. А первую струну, которую я задушила Мирошниченко, я выбросила. А почему эту не выбросили? Я собиралась. Я не успела. Ваши сотрудники пришли. Понятно. Но вернемся к анализам. Наши эксперты под вашими следами обнаружили следы еще двух человек. И что? А то, что они оставлены по краям струны, когда ее тянули и душили человека.
А ваши оставлены по всей длине, просто потому, что вы ее протерли. Я же во всем созналась. Это я! Нет, не вы. Следы оставлены двумя разными людьми. К вам имеет отношение только один, и то не напрямую. Просто потому, что у него близко родственная вам ДНК. Это след вашей дочери Даши. Это ведь вы ее покрываете. Это она убила Мирошниченко, а вы нашли струну и все поняли. Значит, вы не выдержали приставания Мирошниченко, а главное, вы не выдержали безразличия собственных родителей и решили все взять в свои руки. Сегодня нас простили за ошибки, но в следующий раз такого не будет. Ладно, все, идите домой. Идите, идите домой, идите, идите. Аня. А тебе, если ты и дальше хочешь оставаться солисткой, надо заниматься больше других. Останься на дополнительные занятия. Мы изготовили дубликаты ключей, когда якобы завхоз их потерял. Тебя Даша, кстати, запомнил мастер. Спрятались в музыкальном зале, пока туда не пришел Мирошниченко. Александр Алексеевич, он единственный, кто нас понимал и поддерживал. Мы не хотели. Мы убирались в музыкальном классе, кровь оттирали. Вдруг услышали какой-то шум у входа. Относить тряпку на место было стрёмно. Вот мы и кинули ее в подсобке Александра Алексеевича. Мы знали, что он уехал в Москву и решили, что на него никто не подумает. Но когда узнали, что он возвращается, поняли, что подставили его. Зачем вы Аню убили? Она хотела признаться. Зачем вы меня сюда позвали? Мне уже домой пора, и мама будет волноваться. Ты никуда завтра не пойдешь и никому ничего не расскажешь. Как вы не понимаете? Ведь Александра Алексеевича тогда посадят. Вам разве его не жалко? А нас тебе не жалко? Мы все расскажем про Илью Ивановича. Про то, что он с нами делал, и нам ничего не будет. Нас не посадят. Вы что? Ну и последний вопрос, наверное, будет вам, Галина. Как вы обо всем узнали? Ну ничего, найдут твою подругу. Что у тебя там? Ничего. Мам, 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 мам! Мам, я все объясню! Он был педофилом, он пристал ко мне к Ане и Кате! Я должна была это прекратить. Это была та струна, которой мы Аню первую выбросила в пруд. И вы решили ее сохранить на тот случай, если следствие выйдет на вашу дочь, чтобы вы смогли ее представить в качестве доказательства вашей вины. Возможно, у вас бы и получилось. Вот только все следы стереть не удалось. Встали. На выход. Вы понимаете, что во всем этом есть и ваша вина? Ничего этого бы не случилось, если вы хотя бы раз в жизни послушали своих детей, не себя, удовлетворяя свое тщеславие за их счет.
фрагменты обгоревшего человеческого тела. Пустырь на Академической. Что у тебя тут? У меня тут разобранные по частям и сожженные гомо-сапиенс. О, кто нашел? Строители. Они здесь котлован роют. Пойдем, что покажу. Вот здесь его сожгли. Следы можешь не искать, не утруждайся. Земля твердая, как асфальт, плюс трава. Камер тут точно нет, да, я так понимаю? Ну да. И подъезды с нескольких сторон. Голову нашел. Ну вот, лед тронулся. Глядишь, к утру соберем. Всего. Мужчина, 35-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Время смерти около 2 дней назад. Причина тупым тяжелым предметом в висок. Вот открой рот. Правого верхнего зуба нет. Зато остальной зубной аппарат в порядке. Так что у вас возможность установления личности по зубам. Да я как-нибудь по старинке, по отпечаткам. Так их нет. На, сам посмотри. Кстати, интересные суставы у человека можно развернуть на 180 градусов. Такой гуттаперчевый мальчик. Балет, гимнастика, цирк. Ну, что-то вроде того. Обезглавливание и расчленение было уже после смерти. Орудие, ну, допустим, поперечная мелкозубая пила, что-то вроде. Пилили, представляешь, да так неаккуратно, не по суставам. То есть ни местник, ни врач? Нет. Но они на этом не закончили. Повезли тело на эту ваш пустырь. В таких, знаешь, спортивных сумках тут полно оплавленного пластика. Облили бензином, подожгли. И, судя по степени сгорания, так все и бросили. Само догорит. Да, это вам в помощь. Тут остатки одежды и даже какие-то украшения. Индийский символ Ом. Учитывая то, что у убитого особым образом развиты суставы и сухожилия, могу предположить, что он много лет занимался йогой. Эти йоги такое вытворяют, как бы у них костей нет, чуть ли не летают. Левитация. Вот, мне бы, кстати, пригодилось. Над пробками бы левитало. Ну вот после работы потренируешься. А пока ножками Орлова, поехали проверим студию йоги в ближайших районах. Так, это, как вы говорите, худощавый, без зуба, серьга в ухе, экстраординарная гибкость. Неужели Генка Осипов? Сейчас. У меня тут... вот. Вот. А что можете о нем сказать? Да я знаю-то немного. Мы с ним в Индии познакомились. Я туда мотаюсь часто, а он там жил лет 10, может, больше. А чем он занимался? Кажется, свое маленькое туристическое агентство. Но пару месяцев назад приехал в Москву. Ко мне заходил. Последний раз неделю назад. Я почему про зуб-то вспомнил? Он пришел, смотрю, зуба нету. Ну, говорит, пытался отдать старый долг, кармический. Какому-то, кажется, Никодиму. Угу. А о семье его что-нибудь слышали? А у меня телефон его мамы есть. Сейчас, смотрите. Вот. Предположительная личность Геннадий Осипов, 37 лет. Точнее, определим после анализа ДНК. Родственники уже здесь. Мать, брат и, кажется, жена брата. Поймите, в таких случаях опознание не проводится. Олечка Егоровна, может, правда, не стоит?
Мама, это не Гена, не надо тебе на это смотреть. Она опознала Кулона. Я хочу его увидеть. Послушайте, если это он, вам вряд ли захочется, чтобы в память он остался таким. Я мать. И если это он, я должна его увидеть и должна знать, как он погиб. Ведь у меня нет выбора, правда? Хорошо, пойдемте. Вы хорошо себя чувствуете? Что, выгляжу нездорово? У меня все-таки сын пропал. Мы вас предупреждали. Но ведь есть надежда, что это не он. Мы возьмем у вас образцы для анализа ДНК. Я думала, что я почувствую, но я ничего не чувствую. Гена был не самым простым сыном, особенно по молодости. Но после Индии он стал другим, помудрявшим, просветленным. Я как будто узнавала его заново. Мы с ним говорили часами. Я себя лучше чувствую, когда он рядом. Скажите, а чем он занимается в России? Он помогает мне в бизнесе. У меня сеть магазинов. У Гены сразу все задалось, и я даже сделала его управляющим. Скажите, а в его окружении есть некто по имени Никодим? Никодим? Нет, не помню. Пойдемте. Тест ДНК подтвердил личность. Осипов Геннадий Яковлевич, 77-го года рождения, не женат. Из правонарушений в 2002 году привлекался к уголовной ответственности по делу о ДТП. Был вынесен оправдательный приговор. Ага, что по бизнесу его матери? Ей принадлежит сеть продуктовых супермаркетов «Тарабара». Ничего себе, сеть-то не маленькая. Она владельца? Она все. В конце 90-х сама ее основала с нуля. Кстати, младший брат погибшего, Виктор, тоже работает вместе с матерью. И он не совсем родной брат, у них разные отцы. Интересно. Ну, а как лично вы отнеслись к тому, что Гена стал управляющим? Да хорошо отнесся. А что, это семейный бизнес. У Гены хорошо получалось, у него есть жилка. Это только на пользу общему делу. А вы, Катя, я так понимаю, тоже работаете в компании? Ну да, мы все работаем. Даже наша дочка помогает бабушке Оле. Ну и потом мы с Витькой тоже там познакомились по работе. А может, есть какие-то проблемы в бизнесе, враги? Сейчас не те времена, когда конкуренты могут подорвать машину или пристрелить. Ну, к сожалению, мой опыт показывает обратное. Ну, в общем, у нас все нормально. Это хорошо. А где вы, Виктор, были 2 дня назад? А при чем здесь я? Это у нас вторник получается. Я был в Клину, у нас там склад. Целый день там и провел. Оливье родственников проверили, все четко. Так, а с местом жительства убитого что? Он снимал квартиру, так что придется скрывать. Добро. Так. А, тут у нас спальня, да? С вами все в порядке? Может быть, в другой комнате подождете? Ничего, просто я здесь никогда не была. А это кто? Это? Не знаю, Будда, наверное. Да не, это не Будда. Я Будду знаю. Вот он. У него 2 руки, а это слон какой-то 4 руки. Ну, тебе виднее. О, 2 флешки. Скажите, пожалуйста, а что за уголовное дело было заведено на вашего сына в 2002 году? Вы, наверное, об аварии. Погиб человек. Но Гениной вины здесь не было, суд его оправдал. Понятно. А что, у Гены были племянники? Да, Лерочка. Дочка Вити и Кати. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Она как будто хотела ему рассказать, как мы здесь жили без него. Ой.
Он же уехал задолго до ее рождения. Ой. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, кто такой Шри? Шри? Нет. Спокойно. Аккуратно. Нашатырь. Ничего, ничего, все в порядке. Ничего похожего на эти снимки в его ноуте нет. А я смотрю контакты в мобильнике Гены в день его смерти. Но тут в основном только по работе. Одни поставщики. Нужно узнать, где он был в этот день. В квартире у него чисто, поэтому убили явно не там. Викуля, пойди сюда, что покажу. Убитый Осипов с какой-то Нон на связи был. Походу, старая знакомая узнала, что он в России, и написала ему. Так, привет, привет. Давай на нашей крыше, как в старые добрые. На крыше. Когда она это предложила? Свидание должно было состояться 3 дня назад, но он ее продинамил, смотри. Гена, почему ты не пришел? Хоть бы написал. Извини, замотался. Завтра зайду к тебе в гости. То есть он собирался к ней в гости в день своей смерти? Что за Нон? Страницу удалила. То есть ни фотографии, ни фамилии? Отлично. Нет, я не слышал о такой. Следователь спрашивает, ты не знаешь, что за Нон могу описать Гене? Хотя дай. Алло. У Гены в молодости была девушка, ее звали Нона. Нет, фамилию не помню, но мне кажется, у меня есть ее фотографии. Валялась где-то в старых Гениных вещах. Поискать? Нона, как нам тебя найти? Сделаем поиск по внешности через интернет. Слушай, не перестаю удивляться твоим программам. А у меня не только программы поразительные. Ребят, посмотрите. А мне кажется, я знаю, где сделано это фото. Это же крыша. А не та ли это самая крыша, куда таинственная Нона звала нашего убитого? Ну, не такая уже и таинственная. Есть совпадение. Слушай, я же говорю, твоя программа просто огонь. Огонь не программа, а тот, кто их юзает. Паша, пробей человека. Полякова Нона. Должна быть где-то в том же районе, где и была. Есть. Нона Полякова. Ну и по возрасту подходит. Значит, в 99-м году у нее условный срок за хранение героина. Телефон и адрес. Опа. Есть, ребят. Погнали. Удачи. Нона Андреевна, нам очень жаль. Мы знаем, что вы общались с Глебом Осиповым после того, как он вернулся в Россию. Да, даже встречались. И во вторник тоже, правильно? Нет. Ну, вы должны были с ним встретиться в этот вторник. Первый раз слышу. Так, подождите, а где вы были во вторник? На работе была, до позднего вечера. А почему вы спрашиваете? Вы с ним переписку вели? Это не я писала. Я вообще ни в каких соцсетях не зарегистрирована. Так. Получается, что кто-то мной притворился? А Геннадий вам ничего не рассказывал об этой переписке? Ой, он ведь спрашивал, есть ли у меня аккаунт. Но я объяснила ему, что нет. Понимаете, я не такой человек, чтобы свою жизнь на показ выставлять. Здрасте! Привет. Здорово. Егорушка, иди к себе. Я тебе потом все объясню. Нона, и последний вопрос. А кто вот эти люди? Вы не против? Пожалуйста. Я никогда не видела этого снимка. С ума сойти. Наша старая компания. Наша крыша на Юнатов. Юнатов 4.
Скажите, у Гены ни с кем из этих парней не было конфликта? Да ну что вы? Мы знаем, что ваша компания употребляет героин. Хорошо, что мы на лоджии. И все-таки. Это не может быть связано. А где сейчас ваши друзья? Тоша погиб. Кот приехал в Владивосток. Дрон и Лопух примерно из семьянина. Мы созваниваемся иногда. Все у них хорошо. И у меня все хорошо. Я завязала, когда узнала, что беременна. Гена жил в Индии. У него, насколько мне известно, тоже все неплохо было. Кстати, вы не знаете, почему он уехал? У него был серьезный конфликт с семьей после той страшной аварии. Ладно. Вы, если вдруг вспомните что-то, обязательно звоните. Спасибо. Получается, убитый знал, что в соцсети ему пишет не Нонна. Зачем тогда отвечал? Да уж, тем более, зачем в гости обещал зайти. Может, он знал, кто притворяется Нонной. А может, это вообще розыгрыш какой-то? Смотри-ка. Ага, хороший розыгрыш. Да, вижу. Совсем недавно тут пили. Ага. Слушай, 10-й этаж. Может, его специально сюда заманили? Чтоб потом это? Может быть. Вот, имена и фамилии парней с фотографией на крыше. Проверишь? Легко. Викуля, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Да ты что? Я поднял материалы дела 2002 года. Гена был за рулем, но погиб не один человек, а двое. Во-первых, девушка в машине Геннадия, Алиса Рожкова. Знаешь ее? А нет, а должна? Ну, это единоутробная сестра Гены, дочь Ольги от второго брака. А во второй машине погибла женщина по фамилии Коннова. Плюс ко всему страдал ее малолетний сын. Мать Гены заключила договор о примирении сторон с мужем погибшей жертвы. Возместил ущерб? Да. А Гену признали невиновным. Сложные погодные условия и проблематичное покрытие. Кстати, вот еще кое-что об этой Конновой. Она заживо сгорела в той аварии. Итак, машина врезалась в заправку и загорелась, как факел. Верно? Чичин Илья вам знаком? Нет. Он делал автодорожную экспертизу в том самом ДТП. А, ну, может быть. Так вот, по его мнению, неровности дороги и погодные условия повлекли за собой эту самую аварию. Но интересно другое, оказывается, у Чичина у самого есть судимость. Представляете, за что ему платили, то он и вписывал в экспертное заключение. Гена мертв. Это уже не важно. Его эксперт подкупили. Гена мой сын. Я не хотела, чтобы он сидел в тюрьме. Я наняла адвокатов, заплатила эксперту, дала денег мужу погибшей. И тем не менее он виновен. Гена был пьян. Он убил не только ту женщину, но и мою дочь. Единственную дочь. Я не могла его видеть. Я тебя отмазала, но видеть тебя больше не хочу. Убирайся. Ты для меня умер. Уходи. Значит, прикрывает виновника. Ну а что, деньги у нее были. Тем более, что в 2002-м аппетиты были скромнее. И Гена ушел. Не появлялся. День за днем почти 15 лет. Я думала, все. Витя сказал, не жди, Гена умер. А почему он вернулся? Я сама его пригласила. За полгода до этого Гена вдруг объявился. Передал мне поздравление через одного своего знакомого, Петра Бельских. У него я взяла номер Гениного телефона. Ну, почему? Время лечит. Все-таки сын. Скажите, а претензии от семьи погибшей, от Кононовых еще были? Нет. Ну, они не Кононовы. Это ее фамилия была Кононова, а они не Коноровы. Не Коноровы. Никаноровы, Никаноровы. Коллеги, а вы помните разговор о долге некому Никодиму между Петром и убитым? Так
пытался отдать старый долг, ну, кармический. А какому-то, кажется, Никодиму. Никодиму? Никаноров? Никаноров. Либо Петр ослышался, либо Осипов оговорился. А я нашла на Гениных флешках документацию его турфирмы. Вот. Копии паспортов клиентов и авиабилеты для них. Значит, они переводили Гене достаточно крупные суммы денег. А что самое интересное, многие так и не вернулись в Россию. То есть они до сих пор находятся в Индии. И очень у многих уже просрочены паспорта. Покажи-ка фотографии сожженных людей там, где еще можно рассмотреть лица. Ну вот. Третий вроде похож. Так это он и есть. Получается, что Гена заманивал людей, обирал их, просто сжигал. Это я воспользуюсь твоим компьютером, Паш. Да, конечно. Не переживай, я вкладки магазинов трогать не буду. Я так и думал. Пойдемте-ка, я вам кое-что покажу. Это Варанаси, коллеги. В Индии. Город погребальных костров. Индуисты верят, что если после смерти быть кремированным в Варанаси, в следующую жизнь вступишь с чистой кармой. То есть, получается, фотографии у Осипова – это просто туристические снимки? Да, но на его снимках европейцы, вот посмотрите, и, возможно, россияне. Да. Нашли Никанорова, сына погибшего в аварии женщины. Да, поехали. Ага. Мне было лет 9. Мы с мамой были, нас машина влетела. Потом все быстро началось. Машину закрутило. Я выбрался, стал мать вытаскивать. А она без сознания, застряла. Потом машина вспыхнула. Я сознание потерял. А в больнице мне сказали, что все. Мамы нет больше. И потом ваш отец пошел на мировую с матерью виновника ДТП. Да. Взял деньги. Бог ему судья. Он умер пару лет назад. А вы с ним вообще говорили об этом? Да больно будет он меня слушать, пацана-то. Меня в то время особо никто не слушал. Скажите, а вы хотели бы, чтобы убийца вашей матери понес наказание? Вот вы к чему. Я его не бил. Понятно? Он сам упал. Геннадий Осипов? Это же вы выбили ему зуб? Нет. Хотя он просил. Чего просил? Чтоб ты ему зуб выбил? Да. Пришел сюда неделю назад, вот как вы сейчас. Говорит, что хочет мне что-то сказать. Не о чем мне с тобой говорить. Вали! Я понимаю. Ударь меня. Я заслужил. Ты что, больной, что ли? Ничего мне от тебя не надо. Прости меня. Бог простит. Катись. Пойдем, промою. Да ладно. Не верите? Спросите у ребят. Весь цех видел, как он тут опрокинулся. Ну а дальше что было? Потом я пожалел, что до него дотронулся. От него воняло, как от бомжа. Он сказал, что весь день какой-то ночлежки провел. Странный тип вообще. Это Гена. Только он не ночевал здесь. А был волонтером в организации, раздающей обеды бездомным. А это кто? А это основатель нашей организации. Учитель духовных практик. Шри. Приятного Швонасана. Здравствуйте. Капитан Орлова, майор Валеев. Следственное аналитическое управление. Нужно поговорить насчет вашего знакомого Геннадия Осипова. Что-то произошло? Он убит. Сожалеем. Сурина Намаскар.
Что-то я так смотрю, вы не особо расстраиваетесь этой новости, да? Гена долго жил в Индии. Это поменяло его мировоззрение о жизни и смерти. Он не боялся смерти, он был готов к ней. Он очищал себя, потом очищал других. Людей, что ли, сжигал? Он помогал умирающим прожить последние дни в священном городе. Тот, кто там умер, тому повезло. Он мгновенно очищает цикл жизни и смерти. Это счастье, а не горе. Ты должна радоваться за него. Чуть-чуть не понял, о чем. Но это если, например, тебя кремировали на берегу реки Ганг, то в следующей жизни ты рождаешься с чистой кармой. Да. Приходите к нам на занятия. Вы бы лучше так не говорили, если он действительно придет. Тело Осипова после убийства сожгли. И нашли его не в Варанаси, а на пустыре строительном. Так что подумайте хорошенько. Может, у него враги были какие-нибудь по бизнесу, клиенты недовольные. Ну или наоборот, захотел сжигаться, деньги попросил обратно. А Ген не вернул. Или родственники появились разгневанные, погорельцев. Ну, хорошо. Я напишу вам список лиц, которым рекомендовал Геннадий. А месть не имеет смысла. Так, как продвигается? Я закончил проверять людей из списка Ноны, но ничего подозрительного не обнаружил. Но зато в документах, которые прислал Шри... Антон Сергеев. В документах, которые прислал Шри, я нашла Елизавету Бельских. Фамилия такая же, как у Петра, владельца йоги-студии. Я проверила, это его жена, но, правда, бывшая. Странно, а почему же Бельских нам ничего не рассказал об этом? Интересно вот что. В тот год и месяц, когда Геннадий Осипов заказывал на жену Бельских авиабилет в Индию, в России она была уже объявлена в розыск своим мужем. То есть получается, что Петр не знал, что его жена улетает в Индию, и вряд ли был доволен тем фактом, что к этому причастен Осипов. У Лизы, моей жены, было смертельное заболевание. Она решила умереть в Индии. И заплатила, чтобы Гена сделал ей все под ключ. Я ее искал, но когда нашел, все уже было кончено. Она вам не сообщила, что ли? Нет, она не хотела мне говорить. Почему? Я не знаю. Я иногда вспоминаю, как она изменилась после того, как узнала о том, что умирает. Я ее ни в чем не упрекаю. А что Осипов? Мы с ним тогда и познакомились в Индии. Мне хотелось его придушить, а он не понимал, почему. Все твердил, что духовная жизнь Лизы – это ее личное дело. Наверное, Гена делал что-то правильное, а я не догонял. А почему вы с ним общаться стали? Мы с ним и не общались. Я один раз доставил от него подарок его маме, а второй раз, 5 месяцев назад, он пришел ко мне здесь, в Москве. Я прощение у тебя попросить пришел. С чего это вдруг? Я теперь и сам понимаю, каково это знать, что твой самый близкий человек стоит на пороге смерти. И каково это не иметь возможности быть в это время рядом с ним. Никаких отношений с женщинами у него не было, близких друзей в России тоже не осталось. Но она не выглядит больной. Нужно проверить состояние здоровья Ольги. У каких врачей она наблюдается? Подождите, это Ольга? Представь себя. Я тебе дам контакт. Позвонишь, там все решат. Да. Кать, а Витя где? Ну как где? На работе. Где же ему еще быть? А вы кого-то ждете? Да, и ты не поверишь, кого. Подождите, я сама.
Значит так, коллеги, у Ольги, матери погибшего Осипова, онкология. Вероятно, Геннадий это имел в виду. Да, получается, это она попросила его вернуться, потому что не хотела умирать в ссоре с сыном. А в случае смерти наследство поделит между двумя братьями. Один из которых не ждал, что второй когда-нибудь вернется. Но алиби брата все равно подтверждено. Он был на складе. Не подкопаться, хоть ты тресни. Где он сейчас? На работе его нет. Дома также никого нет. Дочка в школе, но где отец, не знает. А его мать Ольга трубку не берет. Объявляйте в розыск. Звонился до жены брата. Она на даче едет в город. Да, майор Валеев. Помогите, пожалуйста. Нонна? Мой сын Егор пропал. Еще утром он ушел в школу, а до школы так и не дошел. Вот уже вечер, а телефон не отвечает, выключен. Да-да, в полиции взяли заявление. Но мне кажется, они ничего не делают. Я чувствую, понимаете, я чувствую. Еще мне надо кое-что вам рассказать. Это касается Гены. Я кое-что скрыла от вас. Я никак не могу успокоиться. Так, стойте. Давайте сюда. Дышите носом. Посмотрите на меня, Нона. Дышите носом. Глубоко выдыхайте ртом. Еще раз, носом. Посмотрите меня, Нона. Выдыхайте глубоко, выдыхайте. Хорошо. Вытянитесь наверх, руки наверх поднимите. Вдохните хорошенько. И с наклоном весь воздух. Выдыхайте, выдыхайте, выдыхайте. Дышите, дышите, Ноночка, дышите, дышите. Вам полегче? Да. Дышите, дышите, дышите. Глеб, я проверила мобильник Егора, последний исходящий. Знаешь, кому он звонил? Матери убитого, Ольги. Вопрос, зачем? Зачем? Надо у нее спросить. Только вот как? У нее ни стационар, ни мобильник не отвечает. Ой, Господи. Я забеременела от Гены незадолго до того, как он уехал из страны. Я ничего не стала ему говорить. Отца бы из него не вышло. Да он бы и не женился. Потом родился Егор. Он вырос. И стал задавать вопросы об отце. И тут явился Гена. Стал спрашивать, от кого сын. Я ничего ему не рассказала. Хотя сейчас, мне кажется, он сам обо всем догадался. Слушай, ну по брату никаких данных, и жена его пока не появилась. У тебя что, нашел Ольгу? Сегодня на ее адрес выезжала скорая. Сейчас буду уточнять диспетчера. Привезли час назад, передозировка лекарством. Она принимала сильное обезболивающее после лечения онкологии. Ну, переборщила. Рак поджелудочный. Тут уж ничего не поделаешь. К счастью, у меня есть деньги, чтобы прожить это время без боли. Мам, послушай. Я недавно узнал, у меня есть сын. От кого? Я не могу тебе сказать, прости. Она не хочет, чтобы я знал. Я сам догадался и смог сделать анализ ДНК. Сыночек, я тебя поздравляю. Господи, счастье-то какое! Но только я не знаю, как ему сказать. Могу ли я? Имею ли я право? Сегодня утром Егорка мне сам позвонил. Гена, видимо, ему признался. Я его сразу пригласила, познакомились.
Мне вот плохо стало. А где Егор сейчас? В квартире остался с Катей. Ну, сейчас, наверное, уже дома. С Катей? Это жена вашего второго сына. Она же ведь на даче. Да нет, она у меня. Я их с Егоркой познакомила. Господи, какое счастье. Он так на Гену похож. Если тело было расчленено здесь, значит, в фильтрах и соединениях труб должны были остаться следы крови или частицы тканей. Пинцет. День он пришел в квартиру к брату, собственно, там его убили, расчленили ванной. Пробы показали наличие волос, частиц кожи и крови. То есть, получается, это брат с женой писали ему в соцсети под видом Номны. Да, и, наверное, когда они позвали его на крышу, он решил спрятаться и посмотреть, кто придет. Собственно, так он их и раскрыл. Только я не понимаю, зачем он потом подшел к ним домой. Ну, может, не понял, что все так серьезно, и что его хотят убить из-за наследства? Захотел поговорить с братом, все-таки родная кровь. А может, попросту ничего не боялся? Что с орудием? Ничего. Выбросили. Мальчику он обрызнул в лицо из баллона, а потом оглушило чем-то вроде кирпича или камня. Слава богу, рана небольшая. С мальчиком все в порядке. Интересно, где скрывается ее муж? Ведь они, скорее всего, в сговоре. Нужно осмотреть ее машину. Есть. Я не трогала Гену. Я ничего не знала. Это Витя. Ищите Витю. Я ни в чем не виновата. Я не знаю, как мальчик оказался в лесу. Ничего не помню. Я в себя пришла только когда вы там появились. Я не помню. Под дурочку, Костя. Не поможет. Покушение на убийство несовершеннолетнего. То, как она отравила Ольгу и напала на Егора, доказывает ее предумышленность и расчет.
Что с ее машиной? На машине кровь снаружи. Отдельная экспертиза. Но я так полагаю, это кровь ее мужа. На педали газа песок, а песка в том лесу не было. Мы с ребятами проверили. Недалеко от их дачи песчаные карьеры. Ну, криминалисты там уже работают. Это ведь? А вы не знаете? Вы же сами его тело вчера в карьер сбросили. Я? Да вы что? Следы протекторов вашего автомобиля были обнаружены около карьера. Вы мужа зачем убили, Екатерина? Да еще потом Гену по голове шандарахнули. Итого два трупа и один тяжело пострадавший. Да вы с ума сошли. Вы не знаете, что говорите, не знаете, с кем связались. Вас вообще завтра уволят. Конечно, конечно. Это мы частенько слышим. Итак, прошу обратить ваше пристальное внимание. Это слепок повреждений головы Гены. Фотография головы Егора. Рано похоже не находите. А теперь особое внимание. Ваш муж, любимый. И тоже с травмой головы. Катя, вы всех троих ударили по голове. А каждый человек наносит удар по-разному. Под разным углом, с разной силой. Опять-таки, рост имеет значение. Это как личный автограф. Ваш автограф, Катя. Это Витя Гену. Итак, ваш муж был на работе. К вам приходит Геннадий. Что он сделал? Вы испугались его? Вы решили защищаться? Случайно убили его, а? Он пришел сюда. Он сказал, что он все знает. Что он видел нас на крыше. Что он знает, что мы хотели его столкнуть. Он мне угрожал. Катя, давай вызовем полицию. Скажи, что это была самооборона. Ты вернулся. Они же нас посадят. А дочери ты подумай. Лерочка была в школе. И в тот вечер мы попросили Ольгу взять ее к себе. Что с ней будет? А что с Ольгой будет? Вы не задумывались. А с Ноной и Егором что будет? Не думали? Катя. Чем честнее вы сейчас с нами будете, тем меньше вам светит срок, и тем скорее вы увидите свою дочь. Это из-за Гены, да? Ну зачем он приехал? Так же все прекрасно было. И бизнес отлажен, и свекровь собралась умирать. Гена приехал на все готовое. В Свете и вкалывали, работали, чтобы бизнес поднять. А, он на курорте прохлаждался. А потом приехал и стал во все нос совать. Свекровь расцвела. Ремиссия началась. Она хотела Витю сделать управляющим. А Гена и тут подсуетился. Еще и наполовину наследство претендовал, да? Вчера вы и ваш муж были на даче. Ваши телефоны были включены в том районе. Далее телефон вашего мужа вечером перестал принимать сигналы. Катя, там сейчас обыск. Мы все равно все найдем. Чем вы его ударили? Тихо ты, Леру, разбудишь. Ты меня не остановишь. Я поеду к ним, сдамся. Не бойся, про тебя я ничего не скажу. Да ты в своем уме вообще? Там же тоже не идиоты сидят. Они же все поймут. Ты же нас всех сдашь. Уводите.